моя мечта, чтобы каждый человек на свете любил другого человека так же, как он любит себя и своих близких. Чтобы не было такого, что вот я люблю его за что-то. Нужно любить всегда просто так. Что нужно сделать для того, чтобы любить ближнего своего? Это такой вопрос, не из легких. Ну, во-первых, нужно очень много над собой трудиться. Встречать с улыбкой людей, обнимать их, поразмыслить над собой, почитать книгу. Называется она «Новый Завет», и там все написано. Это инструкция по применению, где написано, как нужно вести себя с другими, со своими братьями. Как же любить ближнего своего на практике? Я могу вам привести парочку примеров, и у вас в голове, я думаю, сложится, и вы сами знаете, как можно еще помочь. Идете вы по улице, видите, люк не закрыт, и нет никаких сигналов, что кто-то там есть, могут люди провалиться. Нужно закрыть этот люк, и все. Вот это помощь. Еще один прикольный вариантик, как помочь ближнему своему, как любить их. Это, допустим, ты едешь такой весь в красивой модной одежде, чистый весь, и видишь проблему у человека на дороге, или ты идешь. И он не может, ему надо просто помочь машину перетолкнуть дальше. Никто не останавливается, все смотрят на него, ты че пробку создал, ты че вообще? А нужно взять, подойти, сказать, молодой человек или девушка, можно вам помочь? Мне кажется, он не откажется от этой помощи. Ему будет приятно, что вы подошли к нему из тысячи, которые проезжали, единственные, и помогли ему. Купила девушка айфон. И вообще не понимает, как установить туда музыку, рингтончик. Ну, не все же ходить со стандартными мелодиями. То есть как вообще разбираться с iTunes? И если вы в этом спец, подойдите, помогите. Если вы увидели такую ситуацию, помогите, расскажите, как это. Я думаю, несложно вам будет. И ей приятно будет, что вот получила знания от такого мега-крутого человека. Мне очень нравится такой пример с собачками. Когда я прихожу домой, никто так не встречает, так яростно, так активно, прям трясет. Это мою собачку, зовут ее Айн. Это фокстерьер, маленькая такая. И она со всей душой скачет, радуется. Такая доброта у нее в сердце. Она просто молодец. Она прям скачет и кайфует от того, что какой же ты классный у меня друг, хозяин. Я тебя люблю, говорит. И писается от радости. И мы должны также нести свою доброту, как вот эта Айночка, маленькая, белая, пушистая, она вот такая всего лишь. А столько радости и доброты, и любви. И мы должны передавать это всем людям и говорить, как мы их любим. Мы все братья и сестры, мы все должны жить в любви.